Теперь я не оставлю вас, друзья мои. Я буду вас носить и беречь. Сам с собой разговаривает. Странно. Ах, вы мои маленькие, ах, мои бедненькие, мои хорошенькие, беззащитные. Не бойтесь, не бойтесь, мои малышечки. Мои добрые, хорошие, смешные, неловкие. Не бойтесь. Ах вы мои. Ой. Не бойтесь. Не надо волноваться. Я вас не покину. Вы в полной безопасности. Хорошие мои. Тихо, тише, осторожнее. Осторожнее. Не попадите в пушинку. Там же целый мир. Ну не надо! Ну не надо! Там же кто-то! Осторожней! Осторожней, пожалуйста! Не уроните! Страшно! Страшно подумать! Кто-то может упасть! С такой высоты! Стойте! Хватит! Хватит!
Кати! Куда же? Куда же вы? Стойте! Стойте! Друзья мои, где вы? Вы тут? Друзья мои, отзовитесь! Отзовитесь! Друзья мои, где вы? Я хочу помочь вам. Отзовитесь, друзья мои. Друзья мои. А, вы живы, здоровы, целы. К сожалению, у нас здесь некоторый беспорядок. Мы начинаем срочный ремонт города. Народ, кто-то просит вас, любезный Хорти, поносите нас с собой, пожалуйста. Друзья мои, я не могу вас просто так оставить. Я буду вас носить и беречь. Дорогой сосед, очнитесь. Придите в себя. Ведь нам придется принять решительные меры. Варим пушинку в ореховом масле! Спасет вашего дорогого слада! Варим пушинку в ореховом масле? Но там же кто-то! Стыдитесь! Вы их сейчас сами услышите! Эй, народ, кто-то! Беда! Кричите, гремите, стучите! Не сдавайтесь, ребята! Кричите громче! Громче! Ну, еще громче! Стойте! Стойте! Слышите? Там же кто-то. Вы слышите? Мы кто-то. Отныне я тоже беру их под свою защиту.